Что-то давление скачет. Точно дождь будет. Посмотрите на нее. Совсем как старушка заговорила. Что это? Кто же меня старушкой-то назвал? А ну-ка, дай тазик. Ой, ну вот опять вспыхнула. Да, вспыхнула. И буду гореть, пока дышу. И вас всех согревать. Мам, ты даже сидя в кресле нас очень хорошо согревала. Если уж я взялась, то все, сама знаешь. Ну смотри, а то перегоришь раньше времени, кто нас потом греть будет? Мам? Теперь твоя очередь согревать их, дочка. Мама! Мам! Ты с кем разговариваешь? Я маму вспомнила. Заходи, дождь начинается.